Ребята, всем добрый день. Сегодня я давно уже собирался приехать на Ferrara Paint в Киев на мастер-класс. Реально собирался 2 года уже сюда приехать. И здесь я нахожусь сегодня на мастер-классах второй день. Первый день я начал немножко снимать рабочий процесс, так сказать, входил в коллектив. Главное, что мне нравится, Ferrara Paint проводит не мастер-классы. Ferrara Paint занимается мастер с каждым обучающимся отдельно. То есть вы полностью пробуете все материалы, записываете, вам дают потом эти образцы, которые вы сделали, забирают с собой. И я постарался снять как можно больше, рассказать вам об этом производителе. Ferrara Paint – это очень быстро, динамично развивающийся производитель на Украине. Жаль, что я раньше не приезжал и не обращал сюда внимания. Но давайте посмотрим, что же здесь происходит. Сегодня мы попробовали и вчера очень большое количество образцов, ну, наверное, штук 12. Все эти материалы, все образцы я заберу с собой, обязательно выставлю их в салоне и в дальнейшем при работе буду снимать такое видео. Что мне понравилось? Очень красивый офис, красивая отделка. И очень мне понравился вот этот вот коридорчик, я не помню просто все названия, названия понятно итальянские, и с первого дня вы начинаете путаться дальше, что приятно. Вы приехали, вас обучают, если вы из другого города, вас обязательно ждет бесплатная гостиница. Кроме гостиницы, они нам оплатили такси до гостиницы. И завтра на утро тоже заказали такси. Я хочу показать гостиницу. Номер на двоих. Мы с Володей с Одессы. Шкаф-купе, да? Да. Сейчас туалет, душевая кабинка. Свет загорится. Не знаю. Такой свет. Ну, попробуем потом. Думаю, теплая водичка есть. Здесь я в этой гостинице уже ночевал, гостиница Верховина. Да, то есть есть такие небольшие у нас удобства. Номер вот такой вот они нам заказали на двоих. Телевизор. Я не в курсе, есть ли интернет или нету. Во. Ну, короче, с дороги переночевать, отдохнуть можно. Плюс во время рабочего дня вам дают обед. Ну и давайте спускаться в мастерскую. Значит, здесь я вам покажу. Я по-любому обработаю. В данный момент мы занимаемся нанесением металла, полируем, шлифуем. Ну, это уже второй день. И у нас происходит дружеская беседа. Реально происходит просто обучение. Я просто не знаю, как вам всю эту атмосферу передать. Вот такие вот есть стенды, на которых одновременно может работать, наверное, человек 8. И мастер-классы, они постоянно проводят 2-3 мастер-класса в неделю. Я оставлю обязательно ссылочку на Facebook, на их группу, где можно будет найти и записаться на мастер-класс, кто хочет приехать. Реально сегодня я для себя нашел очень много нового. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Меня зовут Никита, я являюсь менеджером по развитию компании Ferrara Group. Хотел рассказать о том, что с 2012 года наша компания начала свое существование. Изначально мы выбрали сегмент элитных декоративных красок и штукатурок, и на данный момент мы активно развиваемся. У нас есть линейка как из тонкослойных материалов, это декоративные краски на перламутровой основе. Также это известковое покрытие с мраморной крошкой, которое позволяет действительно классно имитировать травертин, мармарин. И, в принципе, есть известковые полировочные массы, которые позволяют создать действительно глянцевый эффект, имитирующий настоящую венецианскую штукатурку. На данный момент у нас новинка является штукатурка на основе металлического порошка. То есть это действительно настоящий металл. Она двухкомпонентная, она позволяет
шлифовать металл, достигая эффекта стального листа. Также ее можно ржавить, шкурить. То есть, в принципе, действительно популярная техника, которая на данный момент отлично сочетается с бетоном в стиле лофт, как на данный момент популярна. А мы постоянно растем, развиваемся, у нас постоянно тестируются новые продукты. На данный момент мы проводим обучение по четвергам, пятницам, бесплатное для мастеров-декораторов, которые непосредственно работают с декоративной штукатуркой. И это мероприятие, как я сказал, бесплатное. А основная задача его заключается в том, чтобы научить мастеров применять нашу штукатурку в декорировании интерьера, чтобы прочувствовать ее, как она себя ведет, как она подсыхает, когда ее стоит глянцевать, упаковывать, рвать. И остальные вот такие нюансы и тонкости при работе с нашим декоративным материалом. Всегда вам рады. Если что, звоните, пишите, обращайтесь к нам. Успехов вам! То есть вы должны понимать, когда работаете, вы всегда должны смотреть этот прострел. Появилась матовость, соответственно, мы вернулись это все дело обратно. Раз, давили. А все изготовленные образцы вы заберете с собой. Ну, то есть мы отправим на почту. Поздравляю вас. Так что пользуйтесь на здоровье. Роман, мы вас вітаем. Працюйте с материалами, як все цікаво. Дуже вам дякую, я вам скажу, дуже мені було приємно. На русский язык надо перейти. Очень приятно было, очень интересно. Я очень доволен, что к вам сегодня приехал. Ну и коллектив у вас, всем большое спасибо, конечно. На здоровье. Пользуйтесь на здоровье. Если интересно, изучайте еще. Ну, я лично здесь часто приходил. Замечательно, вы тут недалеко. Ребята, на этом наши мастер-классы сегодня закончились. Всем большое спасибо за просмотр. Простите, если там что-то непонятно было в видео. Я реально 2 дня просто трудился и даже устал. Поэтому ссылочки я оставлю на группу в Фейсбуке, на этот салон декоративных покрытий. Звоните, записывайтесь на мастер-классы, и вам очень понравится. Пока, до новых видео.